Алевтина Федоровна любит путешествия, занимается гимнастикой и посещает лекции в Одинцовском клубе «Активное долголетие». Однако сегодня пришла сюда на вакцинацию от коронавирусной инфекции, уже для прививки вторым компонентом. Первую перенесла достаточно хорошо. Ну, немножко болела вместо укола плечо, но это был один день. Вот, в общем, все хорошо. Ей 73. Есть и сопутствующие возрасту проблемы со здоровьем. Гипертония, головокружение, щитовидка пошаливает. Поэтому прививку делала с осторожностью. Но сейчас чувствует себя нормально. Во-первых, я хотела куда-то съездить. Вот, потом муж сделал первый, второй, смотрю, хорошо перенес. Сестра его хорошо перенесла. Ну, думаю, ладно, надо делать, чтобы не думать. Кстати, чтобы ходить в активное долголетие, нужна прививка. Это тоже еще один повод сделать ее. В этот раз прививку сделали около 30 представителям старшего поколения. Большинству – вторым компонентом. А после вакцинации все желающие могли отдохнуть и пообщаться в просторном холле или на лавочках в уютном дворике у входа в Одинцовскую библиотеку номер 1. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».